42 минуты, 1012 рублей. Первый заказ на сегодня. Пока катаю без концы. Промик на 6 часов 11 не остался. Хочу оставить на мой район. Вот. И сейчас жду заказ. Фотоконтроли. Так, все пройдены. Ничего не падает. Главное не уехать сейчас куда-нибудь, типа, в Подольск. Но я вижу конечку. И это хорошо. Получается, комсы за этот заказ я отдал 252 рубля. Он был без кнопок, без всяких разных. 24,9 комиссия. Яндекс. Вот. Поэтому такие дела. Сейчас, наверное, надо уезжать куда-нибудь. Что тут стоять? Что тут? Пускает? Никто не пускает. Пишите в комментариях, как ваша смена проходит. Как работа. Все ли замечательно. Ну, а я тоже буду работать сейчас. Жду следующий заказ. И поеду. Сейчас денег тут надо прикануть, потому что кататься не хочу. Надо денег встать, сидушку пододвинуть. Короче, провода поправить. Делов, в общем, много. Надо заниматься. Опа. Вот такой заказ мне падает. Ткемали, новая почта, 1.39. Ну что, нормально, да? Хороший заказ. Так, вот тут мне надо налево перестроиться лучше. 7 минут до подачи. Поеду вот так вот. В центр. Что, нормально? Нормально. Без кнопок, без всяких. В заказе купал. 27 километров, 43 минуты. У меня загрелся зелененький. Сейчас развернусь. И поеду. Поеду. О, я, кстати... Вот эти каминки синие начал замечать только тогда, когда вижу возле них тачки, которые набирают воду. Это гидранты. Вот, оказывается. Пробки вот там вообще на МКАДе. Нехорошие. Опа, 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 опа. С одного раза не получилось. Друзья, если вы в поисках надежного парка для работы, то рекомендую Эксперт Парк. Сам лично работаю через этот парк. Ребята очень серьезно подходят к своему делу и всегда стремятся улучшить свой сервис. Включают к Яндекс.Такси и к Яндекс.Доставке по всей стране. Комиссия парка всего лишь 50 рублей в сутки. Есть возможность покупать смены в долг, но в тех регионах, где это еще возможно, и для тех, кому это еще возможно. Автоматические выплаты без комиссии. И также есть 4 варианта возможности моментально вводить деньги. Выбирай тот способ, который подходит именно для тебя. Также подключают к сетевой по всей России и также подключают самозанятых водителей. Все ссылочки я оставлю в описании. Переходите на их сайт, регистрируйтесь, подключайтесь. Техподдержка работает круглосуточно. Час 09. 2100 рублей. Поездка была вообще 1400, но забыл документы, пришлось крутануться. Вот, и за место 40 минут ехали час 10. Вот, такие дела. Поездка маленько увеличилась. Качусь сейчас по центру. Народ гуляет, отдыхает, фотается. Фотается, отдыхает. А я вот катаюсь, жду заказ. Вот без кнопок, пока ничего не падает. Опа, так, что это тут все проходит дорогу так неправильно. Мотоцикл хитро стоит на платной парковке. Красиво, конечно, в Москве. Ничего не скажешь, и ночью красиво, и вечером красиво, и вот днем красиво. Народ ходит, гуляет, отдыхает, пожалуйста. Вот. Все платные парковочные места заняты. Они тут стоят 450 рублей, и все занято, все стоит. Народ отдыхает, гуляет. Солнышко светит, кайф. Кайф. Какие-то там музыкальные представления. В общем, здорово. Здорово, здорово, здорово. Можно отдыхать, ходить, гулять. Но что тут
тут приезжать, похоже, или что? Так, ну что, где заказы-то, Яша? Где заказы? Где заказы? 15 минут, 374 рубля. Так, надо ехать отсюда. Приехал сейчас на зарядку на одну. Она, короче, оказалась не занята, она не работает. Вот в итоге построю маршрут до Киевского вокзала, пишет 18 минут ехать. За эти 18 минут я мог бы хорошо уже зарядиться. Не то, чтобы хорошо, я бы уже зарядился там какую-то часть. Да, сейчас пристегнусь на светофоре. И получается, что вот сейчас еду туда, там пока свободна одна станция. Пока доеду, она может быть занята. Вот. В итоге там еще придется тусоваться, ждать, пока освободится. В общем, это, конечно, неудобно, базара нет. Но что делать? Вот так вот не повезло мне сегодня. С зарядки позвонил на станцию, туда по номеру. Они сказали, что что-то там со связью она потеряла. И вот сказали, либо подождите минут 20-15, либо едьте на другую зарядку. Я подождал 5 минут, понял, что, наверное, бесполезно ждать, и поехал на другую зарядку. Вот, сейчас надо пристегнуться и ехать заряжаться. Заряжусь, поеду работать. 13 минут, 645 рублей. Короче, я так и не зарядился, у меня 40%. Знаете, вот это вот, как на телефоне, когда батарея садится, и кажется, что все, надо быстрее поставить его на зарядку. И тут точно такая же, я хотел зарядить машину перед тем, как начать обкатать мой район. Думаю, сейчас заряжу машину, и что не, так сказать, 6 часов прямо вот оттарабанить. А, в итоге я понимаю, что время уже 10, уже самый сок, надо работать. А зарядиться я не могу. Это будет капец. Вот, сейчас еду на заправочку заеду, быстренько возьму водички попить, потому что у меня кончилось уже. И поеду работать дальше, катать мой район. Там уже вот, когда там будет оставаться, не знаю, 10%, да, поеду заряжаться. Потому что, работать надо. Я потратил полчаса, не больше времени, пытаясь дождаться, когда там кто-то придет. Он, не приходит. Зачем бросать тачку на быстрой зарядке и уходить куда-то надолго? Я вообще не представляю. Короче, проблема электромобилей — это вот в водителях этих электромобилей, а не в самих машинах. Просто, не знаю, у меня других слов нет, одни маты. Поэтому вот такая вот история. Ладно, приятного просмотра. Не забудьте подписаться на канал, если еще не подписаны. Я поехал дальше. 17 минут, 705 рублей. Жду следующий заказ. Народ гуляет, отдыхает, просто народу куча. Так, поехали дальше. Лимузин, нормальная тема. Без зоны. На купехе сейчас вообще, наверное, кайф. Кабриолет этого, на кабриолете. 9 минут, 518 рублей. 16 минут, 904 рубля. Так, опа, тут уже машина. Значит, надо заезжать. Так, 16 минут, 812 рублей. Следующий заказ упал, поехали. Так, джипси, какой-то сюда, ВК-бар какой-то, хер поймешь, что это такое. Вот, высадился пацанов. И поехал дальше. Так, народу просто дохренище. Просто, откуда столько людей? Все бухают, отдыхают. Красота. 15 минут, 681 рубль. 15 минут, 657 рублей. Так, теперь нужно развернуться и выезжать со двора. 11 минут, 537 рублей. Так, 20 минут, 940 рублей. Какой-то заказ прилетел. Надо ехать домой, раз прилетел такой заказ, пацаны.
Без кнопок, без всего. Ну, походу пора. Походу пора домой. Опа. 50 минут. 1683 рубля. Сейчас ехали гаишники, остановили. Было, конечно, это забавно. Вот как вот так? Зачем так парковаться? Понятно, что я тут проеду сейчас, но, блин. До дома еще 27 минут 30 километров. Поехали. Что-то уже спаехали, что капец. Были мысли даже в тачке поспать. Но решил до дома доехать уже это. Вот время 5:46. Вот, приехал домой. Проехал сегодня от дома до дома 278 километров. Так, что в этих сутках я сделал уже 11 заказов, и в прошлых сутках я сделал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 заказов. Итого 17 заказов я сделал. Именно грязных у меня получилось 13 800, чистых, так сложно сказать, потому что и там, короче, промик был на 6 часов, я его активировал в прошлых сутках и в этих сутках, и в итоге и в прошлых, и в этих сутках заказы у меня были и с промиком, и без, короче, комса списывалось. В общем, вот в этих сутках комиссия 166 рублей, а в прошлых сутках комиссия сервиса, непонятно, тут в этих ночных у меня была комса, а, не было, значит, еще 856 рублей. Вот, получается, сейчас скажу, сколько это все. Сейчас скажу, где тут у меня калькулятор-то. 166 плюс, сколько там, 856 плюс 856. Итого 1522 минус 13800. 12 278 рублей у меня чистыми сегодня получилось. Это уже после вычета комиссии, после вычета за бензина, потому что я сегодня заряжался бесплатно. И после вычета... А все, больше нечего вычитать. Ну, кредит там, понятно, это отдельная история. В общем, 12 278 получилось. Но это я катал в промик 6-часовой. Поэтому вот что будет, когда будет полностью смена без комиссии, полноценная без комиссии, тогда вот посмотрим. Больше промиков не предвидится, сейчас посмотрю. Ну, вообще, наверное, предвидится, один должен точно прилететь. Я зашел тут вот в приглашенные друзья, и тут заказы выполняют как минимум один человек, выполняет заказы, это Алексей Максимов. 4 заказа он уже выполнил, но я думаю, что там уже на самом деле больше, потому что не сразу подгружается. Поэтому скоро промик еще на 12 часов прилетит. Но это будет явно не сегодня утром. Ну, типа, не... Что не хочется, 18... Не 18, наверное, часа 19-20. Вот. Наверное, на следующую пятницу его и оставлю. Вот как так. Я пошел домой. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поставить лайк на видосу. Не забудьте написать комментарий. Можете еще всякие тысячные группы поскидывать видосики. Будет здорово. Вот. А я пошел отдыхать. Пока.